Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас Cherry Tiggo 7 Pro. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию 4 дверей. Будем клеить по программе Алим. То есть 3 слоя показываем поэтапно, где и какие слоя мы клеим. То есть разобрали, подготовили поверхность, обезжирили. Приступили наносить. Первый слой мы наносим Европласт. Внешняя сторона металлом. Начинаем 2 мм. Максимально обрабатываем поверхность, тщательно прокатываем валиком. Второй слой, также клеим Европласт. Внутренняя часть металла, которая находится под обшивкой, толщина 2 мм. И третий заключительный слой, который мы клеим в дверях, наносим на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. И такие слои мы слоя используем в данной программе. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!